Финал телепроекта «Вне конкурса» подкрался незаметно, и от этого, как поется в одной нашумевшей песне, одновременно радостно и почему-то грустно. Грустно от того, что, конечно же, за это время мы привыкли ко всем участникам и расставаться с ними не хочется. Ну а радостно от того, что именно сегодня мы наконец-то узнаем имена победителей. Ну что, поехали? За плечами участников модные фотосессии, фэшн-показы, занятия в спортзале и теледискуссии. Все это под пристальным наблюдением фото- и видеокамер. Как отмечают сами же участники, больше всего волнения у них вызывали многочисленные интервью. Приходилось бороться с волнением и учиться последовательно и красиво излагать свои мысли. Этот опыт пришелся как нельзя кстати, и однозначно результат налицо. С начала проекта я узнал очень много людей, много знакомств. Это мой первый такой проект, в котором я участвую в модельной сфере именно. И мне очень понравилось, я узнал для себя очень много вещей, многих людей узнал. На самом деле конкурс был очень интересный, показы, фотосессии, встречи. Ну, я не очень расстроюсь, если мы выиграем, потому что это первый конкурс, в котором я участвую. Я думаю, что все впереди. Я рад. Я научился, например, как себя вести в дисциплине, все такое, и давать интервью. Классно, да. Всем советую как более не сжиматься, что ли. Будьте открыты, будьте честны, будьте серьезны всегда. Это всегда даст вам вырост только вверх. Участвуя в этом конкурсе, мне очень дало многое. Я довольна тем, что я поучаствовала и взяла опыт. На самом деле я очень жалею, что уже все закончилось. Не будет съемок, не будет этих волнительных моментов, которые мы прошли, фотосессии. Эти вечные съемки, интервью. Насчет себя хочу сказать, что это было как бы опыт, стремление. Я еще пойду дальше, и может победа, короче, за мной. Я думаю, что это телепроект дал нам опыт в этой сфере, очень большой причем. Я решила серьезно заняться ораторским мастерством, так как я поняла, что у меня есть какая-то стеснительность при камере, зажатость, и вот. Я думаю, что телепроект сделал нас каждого лучше, и я очень благодарна телепроекту. Напомним, телепроект «Вне конкурса» – это телевизионная версия конкурса красоты. Главное отличие проекта – честность и прозрачность. Победители выбирают телезрители путем народного СМС-голосования. К тому же, пора ломать стереотипы. Сегодня недостаточно быть только красивыми. Победители проекта должны успешно сочетать и ум, и красоту, и благородство. Этого дня мы все ждали очень долго, и наконец-то сегодня будут объявлены имена победителей телепроекта «Вне конкурса». Но прежде чем мы это сделаем, хотелось бы отметить огромный труд наших стилистов и визажистов проекта. Именно они создавали не просто красивые, а действительно профессиональные образы моделям для фотосессий и видеосъемки. За это профессионалы получают от проекта приятные, а главное, нужные подарки. Вам огромное спасибо за участие в проекте, за ваш труд, за ваши прекрасные работы. И хотелось бы подарить небольшие подарки от бренда InStyle и Korean Beauty Professional. Мне, конечно, интересно, кто вышел в финал. И как бы я особо лично никого там не выделяю, но все хорошие умнички, мальчики, девочки. Как бы я рада за них, что они участвовали в этом проекте. А сегодня уже узнаем, кто первый. Да, было очень интересно участвовать в этом проекте, было очень много знакомств. Я очень ценю новые знакомства, потому что в наше время, ну, когда по-своему это очень даже хорошо. Да, есть, конечно, разница между профессиональным макияжем и для телесъемок. Для съемок это, конечно, должен быть более поспокойнее. Нельзя там использовать таких ярких пигментов, там, все такое. На самом деле, если честно, конкурс очень интересный был. Интересный изначально, когда мы готовились. Я сейчас вспомнил, когда мы первый день встретились все, у всех волнение, вот это чувство сейчас у меня до сих пор стоит. Проект вообще прошел все классно, отлично было. Мне очень понравилось. Я рада, что участвовала в этом проекте. Для меня это было такое впервые, чтобы участвовать в таком большом, грандиозном. Да, мне очень понравилось. В проекте соревновались не только лучшие модели, но и фотографы. Лучшим фотографом проекта по версии телезрителей становится Азат Эркинбаев. Поздравляем!
Я, в свою очередь, хочу поблагодарить каждого фотографа, кто принял участие, и отметить, что все они сполна реализовали свой творческий потенциал. Я уверена, что наши проекты объединят еще не один десяток фотографов, но, к сожалению, только один победивший в этом проекте. Вы знаете, что только народное голосование и посредством этого голосования был предрешен и вынесен вердикт. Сегодня победителем среди фотографов является Азат Эркинбаев, который отправится у нас на берег нашей жемчужины Иссык-Куля. Для меня это было очень большое испытание. Я пробовал все, пробовал и фэшн-съемки, и разные, да? Это большой опыт жизни, и дальше буду стараться. Имена победителей телепроекта «Вне конкурса» объявят продюсер телепроекта Асоль Малдакматова и генеральный директор лаборатории «Евролаб» Самир Мурадов. Среди мужской версии победителем является Асхат Усмонов. Асхат. И женская версия – очаровательная модель, которая лидировала с большим отрывом. И мы ее поздравляем сердечно. Алтынай Эмильбекова. 208 голосов. Я предоставляю слово Самиру для вручения вам путевок. В ближайшее время вы будете уже отдыхать на Лазурном берегу. И я уверена, что у вас будут самые незабываемые впечатления. Я вам желаю, чтобы вы достигли еще больше высот, чтобы вы участвовали в международных конкурсах, представляли Кыргызстан, и мы были, что всегда рядом. А другим конкурсантам и конкурсанткам я тоже желаю, чтобы они тоже достигли этих высот. Нельзя останавливаться, двигаемся вперед. Поздравляю. Ну и красивы будьте, пусть это будет перманентным вашим состоянием. Следить всегда за весом, быть впереди планеты всей и никогда не забывать духовно обогащаться. У меня сейчас так сердце бьется, знаете, прям, я не знаю. Я вот, ну как, я вышел и сказали Усмонов Асхат, я так волновался, мне аж, не знаю, страшно стало, я даже не мог поверить, что я выиграл. Ну, достойных, конечно, много было, очень много. Я думал, они выиграют. Я хотел вот за них уже, типа, ну как у тебя с победой уже? Они такие, нет, ты выиграешь. Да ты что, гонишь такой? И такой, Асхат Усмонов, я такой, вау. Наверное, первый раз в жизни я не могу свои эмоции выплеснуть, потому что все у меня возгорается внутри. Вот, спасибо вам, спасибо моим друзьям, правда. Я не ожидала такую поддержку до этого, как-то мою судьбу решали всегда 10-12 людей, а здесь был народ. Друзья мои близкие, вот, наверное, спасибо только им. Несмотря на то, что у меня очень много работы бывает, и как бы времени не бывает за телевизором посидеть, посмотреть что-то, но проект «Вне конкурса» впечатлил меня и успел несколько передач посмотреть. И вообще, мы, наша лаборатория, вот «Евролаб», мы любим поддерживать молодежь, то есть когда мы ценим то, что молодое поколение, они как бы стараются выявлять свои таланты и показывать то, что они умеют, и всегда стараемся их поддерживать. Радует то, что достойную победу Алтыная и Асхата отметили и другие участники телепроекта, которые еще вчера соревновались с ними. На самом деле,
победители, да, достойны, потому что они уже профессиональные модели в этом плане, они уже более опытнее. Это конкурс. Тут выиграл тот, кто старался, действительно. Я их поздравляю, молодцы. Это достойно, потому что это по-своему своя работа, да, действительно. Я вообще не расстроилась, потому что я девушка позитивная. Я как бы на все готова, всегда и победить готова, и как бы проиграть готова. Я так и думал, я, наверное, рассчитывал на Асхата, то, что он вообще хотел. Он давно этим, так как он модель, он давно хотел стать моделем, например, профессиональным. И по конкурсу он это выиграл. Я рад за него очень. Мы тоже работаем в сфере красоты, поэтому этот проект, естественно, нас заинтересовал. Сегодня финал, и мы очень рады и поздравляем победителя. Это достойная победа. Изучение иностранных языков для каждого человека, думаю, важно. И модели здесь тоже не исключение, потому что это дает возможность выезжать в другие страны, говорить на их языках. А в нашем случае китайский язык дает возможность выезжать в Китай, говорить на их языках, участвовать в конкурсах международных, которые организуются в Китае тоже. На этом все. Все хорошее когда-нибудь заканчивается и начинается новый этап. Мы уверены, он будет не менее увлекательным и плодотворным.